И снова всем привет, друзья, с вами GameMax. Сегодня мы будем играть в Game Dash. Я вот тут нашел один уровень, называется Puzzle Box. Что, давайте посмотрим. Так. Загружается у нас тут. И... О! Это что у нас такое? Так. Кубик. А, и у меня какая-то зеленая штука есть. Опа, стойте. Я тут активирую вот это зеленый. Значит, вот это тоже надо как-то активировать. Значит, вот так. Вот так. Да. Ну, вот сейчас вот так вот сюда идем. Дальше вот такой вот уровень. Так, ну я думаю, что на шипы нельзя наступать. Давайте вот это... Ой, я умер случайно. Так, ладно. О, теперь вот это. Так я же прыгнул. Так, все. О, так, все, прошли. И теперь что у нас дальше? Воу, мы теперь... Сейчас надо как-то вот так вот паркур сделать. О. Так. Сейчас надо... Ой. Ой, я не успел. Получается, надо быстро. Так, все, быстренько. Все, я успел. Ой. Так, еще раз. Ой. Так, готово. Так, все, готово. Сейчас вот так вот мы так, телепортируемся. Так, ой, а тут платформочка. Ой, чего себе тут? О, прикольная механика. Так, дальше у нас вот это. О, пустите меня. Так, ладно, не нажимаем, а на эту. Ой, а если на эту? Этот, так, ладно. И... Ага, это тоже, значит, активирует. Значит, найти не надо. Так. Да, блин. Так, сейчас аккуратненько мы вот так вот и все, и телепортируемся. Так, опа, тут шипы. Так, ой. Так, ага, я понял. Так, все. И телепортируемся. Так, значит, у нас сейчас обследуем схемку. Ага, у нас, значит, надо тут прыгнуть. Теперь вот тут, ой, аккуратненько. Опа. Ай.
Еще раз. Так, аккуратненько надо. Так. Сейчас нужно отлично, и все. И теперь вот так вот телепортируемся. Так, ой, а это что у нас такое? О, это значит так делают. Опа, сразу две. Теперь вот тут. Оп. Отлично. Все. Опа, это что такое? О. А что тут на время надо? Ой, нет, я не успел. Я теперь заперти был. Я понял. Надо, значит, на время. Ох. Так, сейчас быстренько. Фух. Ой. Успели. Так, теперь. И что дальше? Ой, что это такое? Так. Ой. Ничего себе. Получается, вы это вот эта штука. Понятно. Хорошо. Ну, прикольно была игра. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь. С вами был Гейм Макс, и всем пока!